Итак, всем привет. Приветствую всех зрителей, кто будет смотреть на Ютубе, на Твиче. Сегодня у нас трансляция, опять же, на Твич. Запись потом будет на Ютубе. Поэтому, если вдруг обнаружите запись, вам покажется интересной и захотите поучаствовать в прямом эфире, добро пожаловать, переходите по ссылочке, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые трансляции. Значит, сегодня такой момент. Сейчас одну секунду. Еще. Что сегодня захотелось, да? Буквально часик-полтора попробуем походить на Кобре. Где это сделать проще всего? Наверное, проще всего это сделать на берлоге, потому что там она есть. О, и еще народ. Знаете, как мы сейчас попробуем? Значит, попробуем немного пострадать. В каком плане? Мне хочется посмотреть, что вообще может 37-миллиметровая пушка Кобра. Да, то есть попробуем настроить себе огонь только 37-миллиметровой пушкой. Будем некоторое время страдать. Вернее, даже не некоторое время, а очень, ну, достаточно часто, да. Попробуем, как это будет выглядеть, на что она вообще способна, способна ли она вообще на что-то, и как часто мы сможем убивать противника. Вот Сокодарова. Как я понимаю, наверное, все-таки пришло к тебе оповещение, это уже радует. Хотя бы так. Буду также дублировать оповещение в Дискорде. Кстати, проверь в Дискорде, видишь ли ты и достаточно ли будет такого оповещения, да, если вдруг мы соберемся стримить. Так, привет тебе, спасибо за пожелание. Давайте выбираем самолетик. 60 литров и... Сколько? 120. Ну давайте 120, будет полегче. Так, ну и давайте попробуем, наверное, все-таки разные зарядки, да. В данном случае будет все фугасы. В этом случае будут все бронебойки. Начнем с бронебоя. Он в разе не был, но я поставил себе приложение Twitch на телефон. Там пришло. Пришел я по Дискорду, там на пару секунд раньше. Я понял. На Дискорде вот сейчас буквально мы... Я сразу же пустил ссылочку. Я сам, да, хотел бы, чтобы все это делал стрим, как я мне обещал, автоматически, но что-то он ленится, либо он будет это делать только если буду стримить через их платформу, сразу рестримить все площадки, не знаю, да, поэтому я не стал рисковать, просто отправил сам ссылочку, если вдруг кому поможет, буду рад. Так, пробуем, сейчас пока летим. Блин, это вот, особенно первая загрузка, это, конечно, пипец. И сразу же перехожу я в настройки, назначение клавиш, вооружение. Из всех орудий убираю эти кнопочки, да? Так. Давайте. Огонь первой группы. У нас есть кнопочка. Огонь второй группы. Добавим вот эту кнопочку, то есть первая будет. Давайте, наверное, из всех орудий все-таки оставим вот это второе положение моего курка. На тот случай, если вдруг действительно надо будет отбиваться или еще что-то. А стрелять будем пытаться только первой группой. Бум, вот этими болванками. Посмотрим, на что они способны. Смогут ли они что-то противопоставить. Это же противник. Потом разберемся. Нет, это был Thunderbolt. А вот это уже противник. Оп. Так, быстро, друг. Я не понял, второй, кто за ним. То ли красный, то ли синий. Если синий, мне кирдык. Если красный, то... Не так страшно. Так, не могу. Ой, воу, 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 воу. Что за пилим-пилим? Все ок. Опа, он на меня продолжает заход.
А нет, это уже Фока, гадюка. Ладно. Кто такой NBSI Комрант какой-то? Ладно, попробуем с ним. Оу, понял. Все, буду тогда поправлять. Спасибо. Не могут перейти по ссылке. Да, наверное, надо будет зарегистрироваться под каким-то левым, настроить так, чтобы все, все могли. В этом плане ничего не мешало. Так, давайте искать дальнейшего противника. Сбивать сегодня буду часто, это 100%, потому что к обрядинке я пока еще не привык. Для меня этот аппарат нов. Так, вот пошел пикировать вражина. Кстати, всем привет, братцы, кто подцепляется, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, будем, может быть, вместе что-то придумаем. Так, сзади война, короче, все, все профукал. ЕГЭ по математике. Все, тебя понял, удачи тебе. На завтрашнем экзамене. Так. А, перезапуск через 3 минуты, вообще тогда огонь. Погнали, крушим всех, кого видим. Болванка ушла. Все равно дожимаю до конца, конечно. Эх ты, слабак. Опа, еще один. Чем он так сделал? Проскочил на меня, что ли, просто? Да, попасть будет, конечно, проблематично. Но тем слаще будет результат, я думаю. Парни там бомбит, как будто первый раз на берлогу зашли. Я и сам порой бываю. Сдерживаю. Сейчас столкнемся с этим человеком. Этого уже у меня начнет бомбить. Попробуем. Бум! Но я сомневаюсь, что это был пулемет, хотя да, я нажал на второе положение курка. Так бы пулемет, мне кажется, вряд ли бы поранил. Досталось типа знатно. Девчонка просто решил не доставаться, ну ладно.
Держится. Решил продержаться до конца, насколько смог. Ладно, сейчас попробуем все заново. Интересно, в принципе, да, наверное, стрелять, научиться можно именно в таких заданиях и испытаниях. Будет позволять набить руку, взять упреждение, устранить скольжение и тому подобное. Потому что скольжение на догонных курсах, так тем более, очень сильно влияет в этот момент, когда мы попали по противнику, да? Хоть у меня скольжение, снаряд ушел бы в сторону. Потому что мой нос смотрел бы не туда, куда мы летим. Так. Так, давай-ка мы пока. Подключается и грузится, разберемся, что здесь канал. Не понимаю, да, читать сообщения. Читать могут все, да. Я, да. Оставляем все то же самое, те же 120 литров. Что? Да, все у меня осталось. Сняли заметку, бронебойками пока оставили. Надо хотя бы раз 5-6 попасть, для того, чтобы понять, есть ли какой-то результат от этих снарядов. Или... Эй. Душка, прощайся. Есть ли какой прок вообще от этих снарядов или нет? Ага, кого-то уже гонит. Кстати, здесь сейчас, возможно, будут ботинки, и можно будет на ботинках испытать. Так, а это про красный. Почему я тогда на него сагрился? Показалось, что это он был. Так. Это точно противник. Летит он от меня, да? Он убегает, я его пока не догоню. И вот здесь противник крутится, другой падает. Поехали вот на этого, который падал. Оп, нет, на него уже не поедем. Здесь шестерину можно снять. Да фока. А здесь у меня мессирок. Он вроде на меня не пошел. Не пошел. Хороший шанс. Снаряда минус. Всего их 37, по-моему. За мной встал. Да, встанет за мной. Ладно, стреляем и отваливаем. Есть попадание, но ей пофигу вообще. Теперь себя спасать надо.
Да у вас сколько здесь ребятишки? Все на бедную коброчку. Так, ну по фейке было явно попадание, да, все это видели, но результаты это мало дало. Возможно, все из-за того, что стоящие с бронебойные. Да куда ты делся-то? Бронебойные снаряды. И не знаете, как будто бы, да, на вылет там проскочили. Двигатели кирдык. Смотрите, сколько вот их на мне на одном крутится. Ну это пипец, это берлога, конечно. И еще вот так. Ну это огонь, вообще огонь. Ой, блядь, как он оттуда выпрыгнул. Ладно, продолжим биться. Пробовать. Граффризы вот эти приезда. ПС, конечно, добивает и немножечко угнетают. Так, ну вот противники. Пробуем добраться до них. Иду пока на оп. В долговременном, так скажем, режиме. На силы и двигатель, потому что буквально через минуту уже 100% будет кто-то на 6 и... Или мы на 6. Двигатели так будут изнасиловать. Бан. Не то чтобы я испугался, Дорка, но неприятно, конечно, тебя ощущать сзади. И на лыжи. Красава вообще. Но мы тоже за тобой пойдем. Раз. Далека постреляем. 5, у меня опять 6. Это Дора не вернулась, не поняла, что с меня, с нее меня сняли. Так, ну вот этого мессерка надо забирать, Шестерина, смотри, братюня. Да, попадалось. Ну давайте тогда пока по Шестерине поработаем. Опять же, работаем чисто 37-миллиметровыми. Минус. О, в смысле, мимо. Попали. Там, по-моему, кстати, дожал я до пулеметиков. Наверное, скорее были пулеметики. О-о-о. Не ожидал я, что... Хорош. Хорош. Это был второй этого шара. Так, сейчас я вообще отключу тогда огонь из всех орудий на второе положение, потому что не могу оценить корректность, да, то есть автоматически дожимаю курок, и из-за этого, возможно, улетают пулеметы и
попадания отрисовываются именно от пулеметов, а не от пушки. Давайте, да, хотя бы, чтобы хоть какие-то выводы сделать, попробуем три. Попробуем три попадания произвести. Тем более сейчас это будет явно попадание из пушки. Посмотреть, будет ли какой результат. Вешать. Не удастся получить чистый эксперимент, потому что здесь уже будет наша цель раздамажена. Так, ну вот еще есть кто-то. Вот это попали. Это попадание явно было. Блять, это я не специально. Очень валкая коброчка. Да ты. Куда ты? Блять. Вот опять четкое было попадание. Да, тоже отстригли. Что-то тоже отстригли. Крыло отстригли. Отлично. Успокойся ты уже. Молодой человек. Смотри, он вообще не отстает. То есть его атакуют, а ему по барабану. У него, двое. У него, по-моему, тоже какой-то челлендж есть. На домах его мессера. И он хочет, если уж сел, то уж добить. Так, их двое. Двоих уже крутиться в бочке проблематично, конечно. Но мы будем пробовать. Вариантов-то немного. Поставить вираж, они меня сразу убьют. Да, хорош. Дошли, но у вас тоже 6. У меня двигатель поврежден. Шасси нет, вышли. Такая посадка. Смотрите, два попадания бронебойным по противнику, и результат хороший. То есть после первого же снаряда крыло отлетело у Фоки. Первый, что второй. Так что бронебойные пока тащат. Но нужно еще хотя бы несколько попаданий, чтобы уж корректно сделать вывод. И он на меня пошел, что ли? Дурачок совсем, что ли?
Этот уже раздамаженный кем-то был. Раз он летает, значит может летать, правильно? Я думаю, да. Так, мы уже не договаривались. Жок, а что не так-то перекрутил, что ли? Двигатель-то перекрутил. Ты сильно хотела ко мне. Так, ну и... Блин. Так, у нас еще потом и по 40 не облетан. До него когда-нибудь доберемся. Блин, я думал, это Фока с такие мордой. Подарок, что ли? Подарок, что ли, нам? Мессера еще не попадал. Сегодня. Ты. Хорош, хорош.
это явно не я попал. Товарищ. Товарищ на Тандерболте. Ждем, пока он разобьется. Тандерболтист. Не дождались. На кобре очень тяжело, конечно, здесь крутиться, гоняться. Для таких погонь самолет. А вот звезделяться вообще влёг. Только в... По Киеву Ульва. Киеву Ульва. Давайте посмотрим на то. Ил-2. Ил-2 на Фокиуле. Ладно. Продолжим. У нас еще одно попадание, как минимум одно, должно быть с бронебоек. Оп. Они уже гоняются. А вот за этой фокой нет. Они тоже гоняются. Ладно, пофиг, я уже там не вижу, кто сзади. Очень плохой обзор, конечно. И в сторону, и под капот, и вверх. Короче, во все стороны обзор. Уп. Плохело. Неужели здесь не поплохело, ребят? Но это бред. А, нет. Второй выстрел, наверное, в двигатель все-таки пришелся. И то не мне засчитали. Шикардос. Как оно бывает. Два 37-миллиметровых бронебойных. Чего они сделали для Фоки? Но зато за этого два попадания, которые были для двух самолетов, они оказались критичными. Ну, крылья отлетели. А в данном случае это не алло. Так, этого уже забрали. Кажется, все-таки лучшей вяжки ничего здесь нет. Опа, в этой игре. Мне повредил двигатель. Один, он даже не хочет пропускаться. Прям взялся сидеть на шести. Черт.
да, этот не из тех, кто кого пропустить просто. Эх, я сюда пошел. Поэтому пострелять. Короче, еще по одному нам надо добиться уверенного попадания и понять вообще, рандомно это вся беда, стабильно или стабильно не дамажит. Смотри, как уходит. Вообще просто в точку. Просто убегает в точку. Давайте постреляем, пофиг. И так, попадание было. Но ей пофигу, она летит дальше. Я даже больше стрелять не буду. Как долго он пролетит? И отвалится ли у него что-нибудь вообще? Больше даже стрелять не буду. Вроде убился. Но все равно, блин, я думал, при попадании 37 миллиметров должно просто отрывать там, я не знаю, крыло или еще что-нибудь. Но самолет дальше летит, и, судя по его пируэтам, достаточно управляем. Владимир, здорово. Спасибо, что заглянул. Так, ладно, давайте переобуемся в... Басики. Посмотрим, что из себя басики. Так, ну вот опять фока. Да, 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 это я в курсе. Здесь задача у меня это чисто... Опа. Это чисто проверить именно дамагоспособность 37-миллиметровки. Так, есть попадание. Летит. Так, давайте на этого переключаемся. Тот летит. То есть я сейчас отключил, да, от... Блин. Да, я понимал, что я не попадаю. А тот человек так продолжил лететь. Красота. Я прошу заметить, да, дрын такой немалый.
Что-то все-таки... Что-то все-таки не очень как-то это все. О, это Фока, ё-макарёк. Как же я думал, что это лавка. И куда там? Кадюкин. Видишь, остается сзади. Отец, опять какой-нибудь. КВЛ, БВЛ. Так просто. Ну не дадут посражаться один на один. Обязательно какой-нибудь помощничек придет на ту или иную сторону. Ведь мы его почти достали. Теперь это будет архи невозможно. Зато этот молодой человек сейчас горд за себя. Он перекрутил кобру, он молодец. Так вот. Так, давайте дальше смотреть. Пока все неутешительно для фугасиков. Что-то я слишком быстрого, надо было лучше затем тянуть. Чур. Скорость. Да нет, ну это понятно. Все как бы мы. Ай! Проскочил, отлично. Мы не берем сейчас ее эффективность именно как в бою, что ли. Мне интересно, а дамажит ли она вообще? Достаточно для того, чтобы. Носить гордое название 37 миллиметров. Пентюх. Уничтожил. А, ну вот, только-только засчитали. Кренделя на Фоке, этот Пил-2. Который все это время, когда после того, как по ней попали, он все это время летал. Скорострельность, да, низкая, безусловно, хуже, чем те же вяшки, те хотя бы строчат нормально. А это... War Thunder такая же фигня. Ну, блин, жалко. Не, ну не может же 37 миллиметров не наносить урон. Ну, это прям... Бред-бредовый. Есть вяжка 23 мм и это 37, практически в два раза больше калибра, а урона наносит на порядок меньше. На! Ну, видишь, вроде как... Вроде как раздамажили. Опа, у меня шестеренка. А кто же знал? Кто же знал? Ты какой нехороший человек. Забрался нам на 6. Давайте еще попробуем попасть. Эй, отправляйся. А, все, я без руля. Все, руль не работает. Готовченко.
Количество попаданий снарядов в ВИА больше, чем 37 миллиметров. Не исключено, но... Видишь, ну нет, блин, дамажить. Но все равно присутствует какой-то рандом, как мне кажется. И это немножечко угнетает. То есть, хорошо еще полоску ХП не добавили. Если добавят, будет вообще огонь. Не игра. То есть, эффект... Ну видишь, здесь может быть опять же какой-то рассинхрон... Рассинхрон сетевой, может быть, какой-нибудь, да, что вот Фока 2 снаряда переживает и еще ее и не засчитывает. А может быть, просто действительно какой-то есть случайная составляющая, за этим метром пойдем. Есть какая-то случайная составляющая, которая в этом попадании выдает там такой-то шанс, в другом другой. Ты, хитрец, как... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, там еще подружка его подтянулась. С неплохими дудками. А у него на 6-2. А, нет, сорян. Сорян, этого он забрал. Хорош, корек. Даур, наверное, был. Я думал, что у того, кто за мной тянется, двое красных на 6. Это, получается, был... Опа, вот за этим пойдем. Получается, был паровозик. Последний был синяк. Ну вот, в упор, видишь? Попадание в упор. Ну, ладно, засчитали. Но все равно, я ожидал, будет как будет... Блин, что будет как с тем... Самолет разлетится, отвалится там крыло, я не знаю, хвост. Да вот вообще пополам разорвало. Лавка сейчас меня материт, наверное, жесть. Как здесь можно промазать-то? Ну, вот видишь, если в хвост попасть, то хорошо заходит. А если в корпус крыло... Ну, может быть, так и должно быть. Давайте не будем сильно ругать этот снаряд и эту пушку. В целом, попадание критично. Я не думаю, что после попадания того товарища, по тому товарищу, ему было комфортно и легко. Гадина. Я секунд 10 расшифровал, что такое нервный. Надо поменять ник. Все не дает. Опять отстрелил мне, что ли, что-то. Да, не управляется в HP. В HP не управляется. Чешется. Где ты? Гадюка. Ладно, что-то... А, да, он мне отбил руль направления. Прошу обратить внимание, что сразу же не упали мы. То есть без руля направления может еще летать. Дырка с головы, точно. Ну, хотелось бы, чтобы фугас убивал пилота, конечно, при попадании в корпус. Но представьте, да, фугас на 30-миллиметровый, там, наверное, куча осколков должно быть. Которые неплохо должны ранить пилота. Ну, как минимум ранить. Кстати, придумали бы здесь, ну, в смысле, били бы здесь какую-нибудь там гибель раненого пилота, потери крови. Ой, втроем, бедняги.
Четвером, господи. Чего я не стрелял? Баран. Так, я понимаю, что сейчас не кирдык, но надо попадать. Да отстань ты уже, дядь. Подружки. Подружки вышли погулять толпой. Бронеспинка от осколков, ну, тоже верно, должно защищать. Ну как бы фугасик в хвост. Считай, самолет убит. Двоим мы с шести в хвост попали. И оба самолета разлетелись напополам. Это непонятно для меня. Да ё-моё, мой кран тухнет. Самый неподходящий момент. Теперь он у меня на шести еще будет. И визит. Ну, а где обороты-то? Эй! Жутко бесящая кабина с ее обзором. Попали. Еще раз. Чем он вышел? Жили это одна из их подружек. Эти Эрины, Флекси, Флекси и Ираны. Он тоже. Нет, другой меня сбил. А, то есть от осколков ждать большого дамага не стоит. Ну, блин, ну тоже верно, возможно, тогда. Тогда в этом плане бронебойки, наверное, будут эффективнее. Которые должны, по идее, прошивать всю эту броню. Что ли, или не ожидал, что я так к нему залечу. Давайте вот на этого пойдем. Он, по-моему, хотел чего-то от нас. Не дастся он так просто. Давайте вот на этого пойдем. Своему засадил, блядь. Сорян, дружище, сорян, вообще не хотел. Ну, блин, он прям под выстрел вылетел, реально. Но надо заметить, красный тоже не развалился. О, вот это дрон еще будет плохо. Да, зря вверх потянул, но я не знал, как. Как здесь не тянуть вверх, куда лучше тянуть.
О, смотрите, не взорвались, а я вот только недавно хотел как бы на это обратить внимание, что при ударе о землю самолет не всегда взрывается, а пилот всегда выживает. Но в данном случае показало, что нет. Не, возможно, безусловно. Согласен. По поводу осколков. Интересно, а здесь как в тундре скорость теряется при стрельбе 37-миллиметровой пушкой? Теперь бежать. Не то чтобы бежать, а в оборону вставать, разгоняться. Меня будет переворачиваться. Вот оно уже дается. Это было Кент. О, я думал на меня, он от меня. Так, какая-то подружка там пришла. Бляха-муха. С подвесами. Говнюк. А это-то фокус стопудово. Которую я отпустил. Тяжело теперь управляется. Можно было бы вот с этим товарищем полетать, если бы не подружка, которая все такое меня пробила сильно. Пара здесь, блин, настолько все скоротечно, что очень тяжело даже объяснить, где ты и с какой стороны у тебя противник. Но именно если в качестве слетанности и отработки каких-то оборонительных совместных действий, да, условно. Я сейчас просто убегаю, потому что у меня вариантов особо нет.
молодец, начал от энергии играть. Да и не разогнаться. Взорвать дистанцию, иначе он меня просто на ёшках этих обыграет. И, блядь, попал. Да, переиграл или играл, базара нет. А! Да, здесь, блин, надо. Ну, уже что-то начинает получаться. Раньше у меня и такого не получалось. Сейчас мы его найдем. Так, ну здесь его не вижу, пойдемте где-то еще искать. Это красный. Блин, по-хорошему неплохо было бы проанализировать тот бой, который мы сейчас крутили с типом, да, и понять, в каком месте я лоханулся. Может быть, надо было продолжать стоять в этом вираже и спиральке, чтобы усложнить ему жизнь, если можно так сказать. Либо сделать то, что сделал, но чуть позже. В тот момент. Ну да, молодец. Так не достанусь же я никому. А, это кто? Откуда ты взялся? Блять, фоки вульва. Развелось их, конечно. Дофига. Посмотрел чат, возьми. Приобретать его не стоит, да? Ну, есть недоработки. Ни в коем случае не хотел показать, что не стоит его приобретать. Недоработки есть, это факт. Какие я знаю, я вчера показал. А стоит или нет, ну, в целом, если ты не планируешь биться об землю или летать на пусковом, ну, на стартере, так скажем, да, то, в принципе, машина годная. Вот. А, ну, там, покрутить пилотаж, выполнить там какие-то штопоры, петли, перевороты и так далее, то, в принципе, можно. Но в целом, да, как бы, борт, ну да, модуль недоработан и требует определенных еще доработок и вложений сил со стороны разработчиков. Будут ли они это делать, я пока не могу сказать. Только он уже существует уже достаточно долгое количество времени, но так никто им до конца и не занимается. Прощелкал свое счастье. Я Блэк. Ну вот, там далеко не 37 миллиметров было.
просто три дуды. Все получилось. Чишки. Готов. Здесь такой каши, конечно, что-то понять было бы крайне сложно. Я имею в виду, если бы летать парой. На! Как тебе, бро? Да, покрутится еще, причем достаточно неплохо. Откнись. И даже не мы его сбили. Ну да ничего. Какой там дамаг? Мы же, да, действительно, мы же один раз только попали. Интересно, 6 ему свободно или нет? Подумал, что он от меня летит. Два в одного. Пофиг вообще. Вообще ему неинтересно. Мои снаряды. Третий. Этот на своей лейке тупо зажимает и погнал. Да, скорострельность здесь больше, конечно, роляет, чем калибр. Мне кажется, по этому принципу, наверное, дамаг и просчитывается, потому что бывает со шкасиков все так, что тебяшек не снилось. Прикольно. Осколки такие сыпятся сверху. Блин, а что если попробовать теперь наоборот, одними только пулеметами лупить? Давайте-ка одно так и сделаем. Сейчас я поменяю настроечки. И будем строчить теперь одними только пулеметами. Так, настройки, клавиши, вооружение. Теперь наоборот. А здесь у меня будет первая группа. Второй группы здесь не будет. Отстань. Так. Так. Так, вот здесь у меня есть ли что первая группа. А здесь чисто пулеметики. Теперь попробуем походить чисто пулеметиками. Сколько здесь получается, ну... Парочку раз там можно за очередь, наверное, попасть. Кстати, в принципе, народу сейчас очень мало на стриме. Скоро в Таркове планируется вайп. Очень хотелось бы постримить, поиграть после вайпа. Так что, если что... Да по мне там уже отрабатывают. О, смотрите. Фига ему непросто. Хотя не хочу, конечно, так вот тупо сливаться.
подставляясь под эту фоку. Пуля у него 6, сейчас его им займутся. Видишь, он тупо зажимает своей лейкой. У него там сколько? 6 дырок, блядь, из каждой. Из каждой он выстреливает. Сейчас посмотрим. Ну, то, что мы сейчас попали там тык-тык и уже пустили какую-то там кровь бедному Мисюку, уже порадовало. Просто мне кажется, все-таки баллистика здесь совершенно разная, да, у пулеметов и у пушек. Надо работать будет либо тем, либо тень, чтобы попадать. Ну, как сказать, чтобы наносить урон как пулеметами, так и пушкой. Все красняки и синю. Вот он. Не, ну я гоняться не буду, вообще неинтересно. Гоняться еще на берлоге. Слишком много здесь целей, чтобы огонь устраивать. Все красные, красный за красным гоняются. Разворачивайся, иди сюда. Нет. Лучше же, конечно, над точкой появления самолетов повисеть. Кого-нибудь после, сразу после появления влупить. Даже гораздо интереснее. Отступить в бой. Так, кто здесь кто? Вот это вот фока вылетает. И это фока. И это мессер. Короче, здесь вражин. Целая куча, выбирай, не хочу. Но боюсь, что я здесь скорее дичь, нежели охотник. Тоже не особо напулеметил пулеметиками. А этот как, о господи, рыцарь в лаг не уходит. Их слишком большие причиндалы. Оу. Все норм. Кстати, да, все норм. Чижика мне засчитали. Слишком большие причиндалы, да, чтобы уходить в блэк от какой-то там 7G перегрузки. Оп, это уже опасно. И воткнись. Будет красиво. Это я, конечно. Оп. Здесь не одна пришла.
короче, мачете. Хорошо. Давайте мы делаем еще и вот так. Увеличим залп секундный. Погнали. Правда, сейчас стал на порядок тяжелее и будет проблематичнее удержать ее от штопора, но... Ну да ладно. А, кричит. По первым впечатлениям, не такая уже верткая наша коброчка с подвешенными этими пулеметами. Сколько там? Порядка 100 килограмм. 80, по-моему. Оп, это уже фока за нами. 80, по-моему, с копейками килограмм добавляют эти пулеметы, боезапас к ним. Ай-я. Ишь ты. Легкой наживы захотела. Пристроилась там. Чудо-юдо, рыба-кит. Получил. Распишись. Так, дальше ждем. Кто следующий к нам на 6? Они не ходят здесь, конечно, но никогда в жизни я не дотянусь до этого мессера. А то он на меня решил все-таки пойти и воткнуться. Ты уходишь, лыжник? Это лыжник. Лыжниками я не играю. Еще один лыжник. Давай, с лыжни не уходи. Опасно и больно бывает. Так, кто следующий? Во-во-во-во-во-во-во, больно. Держись, кобрачка, гадина ты. Гадина ты. Здесь, конечно, да, сразу же раз ее. На бочок. Чуть что, сразу раз на бочок. Жоленькая. Просто опять же, если в такой конфигурации будет ДП-40, будет хорошо дамажить, то может быть и пофиг, что оно становится тяжелее. Просто взять поменьше. Так, вот этого надо забирать. Ага. Он тоже с нашей местной пилорамой решил сойтись. Лобовой. Хватил чутка. Жог. Это, конечно, перегородка дико мешает, да, потому что не успеваешь прочесть его движение. Соответственно, соответствующе на него отреагировать. Любитель острых ощущений на отрицательных перегрузочках.
Но это не тот случай, друг. Здесь еще могут они сыграть. Помочь тебе чуть-чуть. Да, пулеметики оставляют желать лучшего. Блять, как меня бесит эти вот отрицаловки. Нет, он сыграл. Сыграл. Когда выдавливают так вот отрицаловку, прям... Прям очень хочется наказать. Не так быстро. А так, пожалуйста. Надеюсь, он случайно. Не было у него такой цели. Таранится. Так, скоро же будем, наверное, заканчивать. Полтора часика прошло. Скольжение. А вот сейчас шансы есть. А на мне уже кто-то сидит. Шансов нет. Мальчишки справились. Что-то не втаранил сейчас меня. Димм. Попробуй, как у Покрышкина. Ты имеешь в виду, что завязать все на одну кнопку? Да это все понятно. Хочется же понимать, что именно нанесло урон. Когда ты стреляешь сразу со всего, ты думаешь, блин, 30 миллиметров, они не дамажат. Я же ими попал. На самом деле ты мог попасть... одним каким-то браунингом. Поэтому сегодня мы их потестим раздельно, а, соответственно, ну, на войне, безусловно, будем включать сразу все, и их вариантов будет даже не много. Потому что чем выше плотность... Эх, он уже без двигателя... Этот пока может. У меня только 6 уже, ёбер, СТ. Дима, мы. Ах, высота, скорость, огонь. Да нет, но это не тот сервер, не то место, чтобы тактикульно на что-то выходить. Здесь я захожу чисто потренировать оборону, потренировать стрельбу. Здесь невозможно, видишь, здесь, то есть, ты, ну, улетишь ты, здесь 4 раза уже все друг друга собьют и появятся вновь, и ты к ним опять придешь такой, красавчиком. Ну, они пересядут и опять тебя догонят, собьют. Это немного про другое, этот сервер, то есть здесь нет смысла тактикульно по тактике это там мутить. Здесь чисто вот походить, потренировать стрельбу. Очень часто тебе садятся на 6, можно потренировать
Оборона, видишь, то есть я не успел вылететь, вот он уже. Так, где он уже? Нету? Показалось, что ли? Очень неудобная кабина. Очень неудобная кабина. А все эти типы зумы, безусловно, делать уметь надо, но... Спать. И спать. Видишь, здесь особо никто не заморачивается своей шестериной. Ой. Воздушная обстановка, да, ну, окружающий его. То есть, люди просто... Просто развлекаются, стреляют, обороняются. Хорошие подлизы не поставят. Ну, безусловно. Но, тем не менее, наши и на хурикейнах воевали неплохо. Так как не снилось, не каждому, не каждому мустанговоду снилось. Или спидфайр воду. Хурикейн, подождите, хурикейн, чей? Виндосовский же, по-моему. Я имею в виду американский или английский. Хоккейн Англия. Ну вот, получается, да. Я лоханулся. А, ну П-40, да. П-40 и Мустанг. Вот так, наверное, да. Про П-40, значит, я читал, когда встретились в одной столовой пилоты П-40 и Мустангов. Американцы офигели, говорят, блин, что же было, ну, от количества побед, да? Говорят, блин, что же было бы, если бы вам дали Мустанг? 51. Здесь попадание. Чисто так, чтобы понервничал чуть-чуть. Сильно не расслаблял. Блин. Не понял, як сзади, а у меня попадание. Смотри. Нет, это не свой. Блин, эта кабина просто меня добивает. Я вообще ничего не видел сзади. Я понимаю, что по мне уже прилетает, а... Да-да-да, на харьках, да, на харьерах. Харьер же, да? Меняли на шкасики. По-моему, на шкасики. Не... Ну да, 7.62. Удивление, кстати, сейчас спидфайра увидел. Спидфайров сегодня мало. Урезали им что-то. Модное слово. Смог вспомнить. Какое обычно применяется. Так, ну, блин, можно подождать, пока фокус режет спита. Я же спитов не люблю. Началось. Деревня утро. Ручка туда-сюда, туда-сюда. Я обороняюсь. Я обороняюсь, посмотрите, как я умею на официальных перегрузках летать. Яйки к горлу, но мне пофиг. Глаза вытекают, но это же не мои глаза. То я обороняюсь, молодец.
Теперь же он еще и довисит до меня после своего штопора. После того, как он сбросил скорость практически до 100. Блин, огонь вообще. О, я обороняюсь. Красава. Ой, у него тоже двигатель встал. Да успокойся ты, дурачок, что ли. Ламбицил какой-то. Так, тогда вроде какой-то синева полетел. Короче, давайте на пулеметах еще пару вылетов. Сделаем вывод, что все неоднозначно. Я с пулеметов-то, блин, я не так много-то попадал сегодня. То есть 1-2 попадания для пулемета — это ерунда, если мистера бывали, выдерживали по 3 попадания 37-миллиметровых снарядов. Сейчас вроде загребли нормально. Добавили чуть-чуть. Еще одно попадание. Да и... Здесь невозможно летать так, чтобы с кем-то одним. Постоянно идет. Приятнее, конечно, когда на помощь приходит тебе, а не твоему противнику, но частота эксперимента от этого чище не становится. Как же хотелось сбить. О, смотрите, пилот так что творит внутри кабины. Я раньше вот этого не помню, чтобы он прям вот так вот отрабатывал. А, здесь его вообще нет. Хотел посмотреть, как он здесь держится за ручку. Мяли руками. Так, ну вот это миссюк идет. Конечно, показалось, что я попал, но результатов попаданий своих не вижу. О, вместо маркой ходим парой. Санитарки вместо маркой. Этого я не достану ни за что. Макаки какой-нибудь кречет, мечет. GKR-8, скорее всего, любители этих аппаратов. Попадания были без результатов. Попадание.
гори, гад. Карлос. Карлос Рамон. Итальяшка, наверное. Решил взять своего родного макарончику. Куда ты там? Бум-бум. И что ли? Да ты там. А, вот ты где, бум-бум-бум. Гадюка какой. Эх. Подрасчитал чутка. Попадание. Да? 1-1. Ой, ты какая тяжелая эта гадюка. Змеюка я буду называть. Змеюка. Эй-эй-эй. Кнопочку опять зажал. Так. Один готов. Следующий кто? Эй, двигатель посадим. Ладно. Башка прилетел такой на 6. Оп, землю. Какие моменты? За эти только моменты пошли любить берлогу. Когда удается с 6 сбросить и сбить. И ручку от себя. Ну, конечно. Что же еще можно сделать на миссии? То есть, если ты летишь на Яке, при любой угрозе и опасности даешь правый вираж. Если ты летишь на миссии, тебе стреляют, сразу же ручку от себя. Кстати, вот эту фигню я иногда использую, да? То есть, я лечу за ним, начинаю стрелять и сразу же увожу очередь ниже, потому что я уже предполагаю, что он в обязательном порядке даст ручку от себя. Видишь? Да-да-да, вышел. Мне очень нравится, как он реально прыгает из этой скобры. Смотри, давай еще раз эксперимент. Оп, ручку от себя. О, кстати, да, давайте сейчас эта карта закончится. На этом мы завершимся нашу трансляцию. Для кого трансляцию, или кто-то будет пересматривать. Я надеюсь, что кто-то будет на Ютубе. Не забывайте при желании подписаться на канал на Твиче. Трансляции теперь будут на Твиче, на Ютубе буду просто выкладывать. Оп, давайте этого заберем. Если есть желание поприсутствовать именно на прямой трансляции, поддержать меня своим присутствием, активностью в чате, если просим, поддержать финансово, ссылочки тоже есть, все знаете. Повторяться может не повторяться. Давайте выполним на всю через 15 секунд. Уже, наверное, сейчас тупо выйдет и все, не успеваю. Дайте мне хоть кого-нибудь. А, это спид вообще был.